Здравствуй, дорогой зритель! Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра! Примерно полтора года Анастасия Заворотнюк борется с раком. Популярная актриса столкнулась с диагнозом, с которым в свое время столкнулась певица Жанна Фриске. Перспективы у Заворотнюк намного лучше, по крайней мере, в обозримом будущем, так как врачи констатируют, лечение дало свои результаты. Журналисты «Комсомольской правды» собрали свидетельства людей из ближайшего окружения Анастасии Заворотнюк, ее знакомых, а также врачей и пришли к выводам, что лечение вправду дало свой результат, но о полном выздоровлении говорить не приходится. Одним из самых неприятных побочных эффектов болезни и лечения стали визуальные изменения во внешности Заворотнюк. Анастасия якобы сильно поменялась в худшую сторону внешне и стала практически неузнаваемой. Якобы именно по этой причине в первую очередь Заворотнюк сейчас категорически отказывается появляться на публике. Так источник, ссылаясь на врачей ЦКБ, где числится пациентка Анастасия Заворотнюк, сообщает, что актриса находится дома, но регулярно появляется на территории больницы для прохождения определенных процедур. Периодически с ней работают самые разные специалисты, а один из медиков сообщил, что после лечения Заворотнюк стала похожа на Жанну Фриске времен, когда та уже боролась с онкологией. Да, она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы, сказал медик.